Эту школу начали строить в конце прошлого года. Кроме учебных кабинетов, столовой, актового зала и библиотеки, здесь будут сразу 4 спортзала. Для детей, посещающих группы продленного дня, предусмотрены игровые комнаты и даже спальни. А на примыкающей территории оборудуют комплексную спортивную площадку с футбольным полем. Уже совсем скоро на месте этого пока еще пустыря на улице Молокова появится новая большая современная школа. И это случится в декабре 2017 года. Построят учебное заведение по новому проекту, соответствующего всем современным стандартам. На сегодня это самый большой по емкости объект школьного образования. С 2016 года поменялись нормативы. Город Красноярск стал миллионником, и у нас появилась возможность строить такие большие образовательные учреждения. Проект сделан на сегодняшний момент чистого листа, это не привязка объектов. За базу взяты школы, которые строились ранее, это школа 150-я, 151-я, 152-я, но по объему этого здания оно увеличено более чем на 30%. Сейчас в Красноярске открыто 117 школ, в них учатся 100 тысяч школьников. В Советском районе, где в последние годы высокими темпами возводятся новостройки, работают 29 учреждений. Но ежегодно количество школьников увеличивается. Школа должна быть введена в эксплуатацию с опережением сроков. Несмотря на то, что по контракту строительство должно было продолжаться 1,5 года, мы сейчас обсуждаем и договорились с подрядчиком о том, что школа должна быть введена до 31 декабря текущего года. Школа на 1280 мест, отвечающая всем современным требованиям к образовательному учреждению. Мы рассчитываем на то, что такие школы будут построены и в других точках нашего города. В микрорайоне Покровский, в Солнечном, на Пашинном, на Бугаче. Новое учреждение обойдется больше, чем в 900 миллионов рублей. В дальнейшем его планируют сделать типовым. Дина Володина, Всеволод Никитин. Новости.